Участники патриотических клубов, юноармейцы различных силовых подразделений, а также кадеты из Маргауш и класс МЧС из лицея государственной службы и управления МЧС сегодня боролись за звание лучшего патриотического отряда Чувашской республики. Кто стал победителем в республиканском фестивале военно-патриотических объединений и клубов, узнала Екатерина Куприна. Патриотическое воспитание в России – один из приоритетов образования. В Чувашии уже немало патриотических клубов и юноармейских отрядов, в которые может вступить каждый школьник. Чаще всего подобные объединения открываются при школах. Но, например, в полицейскую академию при наркоконтроле Чувашии могут поступить все ученики средних и старших классов, которые видят себя через 10 лет в военной форме. С каждым годом все больше и больше ребят приходят заниматься в клубы, занимаются военной подготовкой, занимаются прикладными техническими видами спорта. Ребята активно проявляют себя в интеллектуальных конкурсах, связанных с историей России. 17 команд соревновались на 7 площадках, включающих в себя теоретические и практические знания. Первый и самый ответственный конкурс – «Мотор, строй, песни». Именно от того, как покажет себя команда на импровизированном плацу, зависит мнение жюри. Общего зачета каждый участник фестиваля может одержать победу и в личном зачете. Например, быстрее всех собрать автомат. Или сделать 5 выстрелов из 5 точно в цель. Мы довольны своими результатами. Не так совсем было тяжело. Ну, годы усердных тренировок дают знать о себе. Я надеюсь, что в будущем все будет так же хорошо, даже еще лучше. Отличная физическая подготовка – только половина успеха. Чтобы стать лучшей командой, ребята должны пройти интеллектуальный тест на знание истории Дня народного единства и оформить боевой листок. После всех соревнований стало ясно, что военно-патриотический клуб «Антитеррор» оказался подготовлен лучше соперников. Он и стал победителем фестиваля. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика.